2011 году, 8 ноября, наша страна впервые в истории отметила Международный день КВН. Идея праздника принадлежит президенту клуба веселых и находчивых Александру Маслякову, а дата выбрана в честь годовщины первой игры, вышедшей в эфир 8 ноября 1961 года. В Стерлитамаке, по сложившейся традиции, в этот день проходят полуфинальные игры Южной региональной лиги КВН «Стерля». А знаете, наша команда, она как город Стерлитамак. В ней очень много разных национальностей и 80% азербайджанцев. Приключения Пушкина в его 37 лет. Вот и все приключения Пушкина в его 37 лет. Так, Шамиль, ага, для тех же яблока. Готово? Готово! Точно? Точно! И? Так, ты что делаешь? Леш, ей-богу, хоть бы раз вместо яблока чебурек туда положила. В полуфинальных играх приняли участие 6 команд из Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и Белорецка. Нестандартным юмором отличились команда «Инспектор Кот» и «Усы». Как всегда на высоте выступила команда «Гудвин». Вот так весело и задорно КВНщики празднуют свой профессиональный праздник. Ну а кто из них станет победителем юбилейного сезона, мы узнаем в финале, который состоится уже в декабре. Наталья Мелконова, Денис Итяшев, телеканал ЮТВ, Стерлитамак.